даже инфантильная очень. Как тот, лучший следователь города. Почему, мам? Ну это же я. Такой немножко. Ну вот говорю, повторяю, что мне написал кастинг-директор. Все на полутонах, дневной свет или холодный искусственный. Технический серый фон, крупный кадр, волосы не закрывают лицо. На каждую сцену пропадут ли можно. Она словно потерянная вино.
меня выплюнет на снег подъезд тени. Я скажу доброе утро, я расплюну сутулые плечи. Ночная кама с утра, до новой встречи. Я наберу полные легкие морозного бриза. Мне открыты все дороги, любые капризы. Сиянием солнечным меня день. Эй, новый день, не оставляй меня в беде. Новый день, новый день, новый день, новый день. Так не меня с ветром свяжи силы. Ты мне рад ли или один единый клип получается. Люди за людьми появляются, появляются, появляются в кадре. Все новые, новые люди. Ну, дорогие друзья, сейчас вы можете наблюдать реализацию пословицы «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Необходимо сделать зарисовку для кастинг-директора, для какой-то картины. И вот молодая актриса обратилась... К другу. Обратилась к другу. К немолодому, но хорошо сохранившемуся другу. Вот. У которого оказалось все под рукой. Оказался лофт прям случайно в центре Москвы. Вот, и здесь достаточно большое количество музыкальных инструментов, волшебных людей. Борислав, Борис, большой специалист большого кино. То есть, когда где-то что-то надо подсветить, отфонить, поставить камеру. Это вот так. А это подружки актрисы, да, которые тоже помогают. 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 Все мои подружки. А вот и актриса. По сценарию она несчастный олененок, потерявший память, ничего не помнящий. Вы видите, чуть-чуть, дорогие друзья, даже уши они себе красят. Чтобы ничего не бликовало. Да. Должен быть мягкий тон. Угу. Чуть-чуть вот здесь. Да. Да, еще будет маленькая функция. Смотри, вот тот вот цвет. Я тебе сейчас покажу, что нужно сделать. А я мы сейчас сделаем, смотри. Вот так вот темно, да? А вот так вот, вот так вот, если Макс, не петличка. А, обязательно. Так, дорогие друзья, пока стоп снято. Завершаю. Большое спасибо. Понял? Сейчас, секунду. Так, слушай, ну а это надо будет в процессе. Вот, просто вот так хоп и держать. А я как-то еще буду фразы кидать, Дима, но...